Какой челлендж? Я, наверное, думаю, или Спайдер-бой, или... Может быть, последний вот этот, там сразу полет у нас. Давай 9 смертей. Не хочу 9 смертей. А, стоп. Откуда у меня открылся 10-й челлендж? Я думал, надо... А что вообще за 10-й челлендж? Я, если честно, даже честно даже не в теме, потому что 9-й челлендж — это с полетом челлендж, тот, который я хотел все пройти. А просто за собор открывается 10-й, да? Понятно. Айзек был хорошим мальчиком сегодня. Окей, 10-й. Все хотят 10-й. А я даже не знаю, что там в 10-м, честно. Либо Спайдер, либо 9. Давайте 9. Я хочу полета. Хочу полета. Все. Давайте, все, у нас закончилось, считаем. О боже мой. А можно я рестартну? Хотя, ладно, неважно. Перерыв закончился. Поехали. Поехали тащить. Хотя нас сейчас тут и с полетом уже затащат, потому что я, наверное, устал. А перерыв? Так перерыв уже закончился. Сколько можно? Хватит перерывов. Так, бомбочку. Давайте, ребята, подходите, нате вам подарок. Эй, все ушли. Челлендж 10. Чистейший. Айзек начинает игру без ничего. Так, отсутствует сокровищницы. Так. Для разблокировки артефакта папочкины длинные ноги вам не нужно проходить все испытания, пройти только это испытание. Открывается победой над Айзеком в соборе. Короче, далеко идти, и без секреток это будет плохо. Ой. Еще одна бомбочка, еще один синий камень. К сожалению, из него ничего толком не выпало. Давайте мы зайдем сюда. Почему бы не взять? Тоже хорошо. Как минимум, мы теперь через камни можем стрелять. Дополнительный нам бонус. Хоть полет и так у нас есть. Хорошо. Что у нас тут еще есть такое? Магазин? Нет, все, идем к боссу. Дьявольское привидение с нимбом. Логика. Дьявольское это привидение, я не помню, как оно называется, дает нам возможность стрелять через камни. Вот вам и логика. С полетом это огромное-огромное преимущество. Спрятаться за камнями или в камнях и стрелять через... Так что, ребята, если вы не в курсе, не в теме там или еще как-то, то не надо писать про логику. Дух ночи, вот, дух ночи называется это привидение это. Если бы там был бы этот крест перевернутый, да, который нам позволяет просто летать, тогда да, смысла не было. А так мы можем стрелять через камни. Так что, ребята, думайте, гуглите, а потом пишите комменты. Особенно дельные. Так, хорошо у нас. В принципе, этаж просто шикарный. Антон, я не про то, что ты взял нелогично, а про то, что игра дает. Ну тут как бы жаловаться на то, что игра дает, как бы бессмысленно, потому что она постоянно дает совсем рандомные и непонятные вещи, которые никому не нужны.
Так, залетаем, смотрим. У нас, кстати, еще тут, да? Сердечко синее. По-моему, сейчас мы еще раз пройдем, да? Будет прохождение борды за командоса до 72 уровня. За командоса точно не будет. Так. Выйду-ка я, наверное, сюда. Потрачу все же бомбу. А вот за какого-нибудь ганзеркера, возможно, будет. Но там просто беда с... вообще со Стимом. В Стиме это дополнение пропало. Просто-напросто его нету. Купить его в Стиме нельзя. Ну, во всяком случае, я не могу, у меня его нет. Оно было пару дней назад, но написано было, что оно типа недоступно. А сейчас это дополнение вовсе пропало. Можно его купить только, ну, в каких-то интернет-магазинах. В американских, ну, в англоязычных, может, европейских, не обязательно в американских. Оно в Стиме активируется, вроде бы, как ребята говорят, но... Как-то это все очень... Странно и подозрительно. И плюс русская версия. Хотелось бы, конечно, русскую версию, но русская версия, во-первых, уже не обновляется, черти сколько. Уже вышел на европейскую версию патчик 1.6. Русская версия уже, я не знаю, очень давно на версии 1.5. Как была, так и осталась. И обновляться, видимо, не собирается дальше. И сам 1С, который локализирует, да, который занимается русской версией, о, клещ, они ничего совершенно не говорят по поводу русской локализации этого дополнения и последующих дополнений. Тут я просто не знаю, что делать. Покупать дополнение и играть в английскую версию. Я, в принципе, играю сейчас в английскую версию, но как-то даже не знаю. Записывать с английской версии. Клеща бери, обязательно. Ты обещал стрим по Borderlands? Я не обещал стрим по Borderlands. Так, может, все-таки... Да, давайте. За кого играю? За Айзека. Это челлендж, 9-й челлендж. Челлендж, 9-й челлендж. Блин, телепилюля. Магазин сейчас зайдем. Сейчас везде... О, попрошайка. Блин. И что делать? Антон, ты когда-нибудь пиарился у других летсплейщиков? Да, у Славы пиарился. Хермит. Телепортирует нас в магазин. Магазин. Поехали. Магазин это хорошо, но ключи хоть не потратили. Уже радует. Привет всем, ребята, кто только пришел. У нас была коротенькая разминочка, а сейчас мы начали проходить 9-й челлендж. Айзек был хорошим мальчиком сегодня. Продолжаем сливать жизни. В надежде получить что-то полезное. О! Ху-ху-ху! Так, это уже интересно. Уже интересно. Идем пособираем, там красные сердечки валяются у нас. Слава не счет, вы же просто друзья, о каком пиаре может идти речь. Кроме Славы, у меня больше никого не было. Больше я ни у кого не пиарился. Так, ну в любом случае, нам не хватает денег на карту. Может все-таки слить. А, внизу сердце забыл. Хорошо, сейчас вернемся.
солью деньги по прошайке. Он нам еще сердечко даст, спасибо. О, и тролль-бомбу, отлично. А, Роузер, Дима, да, вот Дима был тоже. У Димы пиарился. Блин, как кошмар, как горло, что-то заболело. Я много говорю сегодня. О! Мантия монашки и нету предмета на пробеле. Начало хорошее. Очень хорошее. Корона с босса. Корона с босса может выпасть, но шанс-то тоже как бы небольшой совсем. У Паталота, блин, в натуре. У Паталота пиарился. Да, было дело. На самом деле у Андрюхи... Первый был Андрюха. С Андрюхи все началось. Реально. А еще там даже были, мы с Псикиайкином играли пару серий. Я не помню, сколько мы. Пару серий записали с Пси. По Terraferma Крафту. Я вообще не помню, сколько мы серий позаписывали. О, мясо. Отлично. Отлично. Дамаг-то высок, да. Ну, у нас три места, где, может, четыре места, где может быть суперсекретка. Идем дальше. Антона Роузера еще будет? В смысле будет? Он и сейчас есть. Он, кстати, группу открыл недавно. Вот вчера, позавчера. Он ее закрывал, когда канал удалил, а сейчас открыл. Можете пойти пообщаться с ним. Я думаю, это об этом знали те, кто его смотрит. Мне люди сразу написали, как только Дима группу открыл, сразу люди написали. А когда с Роузером снимать что-то будете и вообще. Но Дима снимать не особо сильно хочет. Говорит, что если будет снимать, то какие-то такие нарезочки, монтажики. С записанным текстом заранее. Ну, на это много времени тратится, конечно же. А у Димы времени много нету. О, еще сердечко синее. Отлично. Только сразу оставь ключей для сундука, пожалуйста, не убивай мои нервы. Честно, я вообще никогда не парился по этому поводу. Просто до сундука дошел, это, по-моему, третий раз, когда я был в сундуке, если я не ошибаюсь. Поэтому я об этом даже не думаю обычно. Тут хотя бы, я не знаю, хотя бы до собора дойти уже хорошо. Сундука не будет? А, да, там у нас получается, по идее, заканчивается... Когда мы челлендж заканчиваем, у нас просто игра обрывается на завершение челленджа, и все. Мы же в челлендж играем, поэтому сундука, по-моему, таки не будет. А в челлендже в этом надо убить Мамино Сердце или Айзека, я вот не помню, если честно. Или Дьявола. Без понятия, я не помню, кого надо убить. Я когда челленджи на записи делал, я хоть там перед челленджем мог почитать, что там, да как, что надо сделать, кого убить. А сейчас что-то даже как-то и времени нет. Я челлендж просто не планировал. Айзека? Точно не маму, потому что маму надо убить на прошлой челлендже. Маму, Мамино Сердце, а теперь, по идее, или Сатану, или Айзека. Скорее всего, Сатану, мне почему-то кажется. Так, давайте этаж сначала очистим, потом посливаем лишние сердечки адскому попрошайке этому. Так, со святым.
А отсутствуют сокровищники. Что? А, сердце мамы всего лишь навсего. Печально. Ну, зато будет быстро. Как раз то, что надо. И челлендж пройдем. И как бы времени очень много это не займет, я надеюсь. 25 центов. Весьма хорошо. Весьма хорошо. Давайте сразу сольем в сердечки. Спичка. Ну, пусть будет, бомб будет больше. Антон, иди на этот раз в ад. Так, хиромант. Опять два синих сердца. Еее! Ада не будет. После маминого сердца игра закончится. Потому что это челлендж. Так. Имперор. Блин. Надо сейчас пилюльку заюзать будет. Ну, давай уже что-нибудь. Оу! Так, а что вот это, ребята? Клок волос Самсона, который клок волос Самсунга, который я вот открыл только что. Что он дает? Я даже не знаю. Бладласт? Угу. Эффект как от ярости. Но это лучше, чем спичка. Я согласен. Так, попрошайка, дай нам уже что-нибудь полезное. Я хотел карту заюзать. Не карту, а пилюлю. О, какой он вообще, жадина. О, я чувствовал, что это пилюля будет, которая восстанавливает все жизни. Так, а вот и 9 жизней. Нет, я, пожалуй, откажусь. Эффект... Так, Локал Самсона. Вот, спасибо, Айзек Драгон, спасибо. Спасибо тебе большое. Так. Главное успеть прочитать. С каждым убитым врагом увеличивается ярость, наносим урон в комнате, бла-бла-бла-бла-бла. Ну да, то же самое, что и сама эта повязка на голову. Ау. Так. Да. 3-4 урона. Что происходит? Что-то я расслабился уже. Думаю, что всех тащу и расслабился. Ребята, за вопросы, что я пропустил, тоже вас будут мутить, потому что все постоянно, стрим идет 2 часа, 1,5-2 часа, за это время каждый кто-то куда-то уходит, да, если все будут спрашивать, что я пропустил, то подумайте сами, все, что вы пропустили, вы можете посмотреть на записи на YouTube или потом на записи на Твиче здесь. Зачем спрашивать, что я пропустил, я не понимаю. Это трата вашего времени, трата моего времени и просто забивание чата. Вот именно за это вам ставят мут. Вас не банят. Просто мут на 10 минут, чтобы вы подумали о жизни и о том, стоит задавать такие вопросы или не стоит. Все же постоянно куда-то уходят, только я один никуда не ухожу, а всем постоянно надо куда-то пойти там чай сделать, еще куда-то в туалет, допустим, да, и что, каждый будет приходить и спрашивать, что я пропустил, и я буду каждому персонально отвечать, какой смысл в этом, ребята, ну что это такое? Зато у меня есть мантия монашки и нету никакого предмета на пробел. А уже этот предмет мог бы много раз восстановиться. Может, сейчас хоть что-то выпадет. Свеча. Ой, не хочу свечу. С мантией монашки свеча вообще не нужна. Ну, в смысле, не то чтобы не нужна, но это разные вещи. Хотя, с другой стороны, может взять.
Гвоздик бы, да, вот был бы гвоздик, было бы здорово. Ну ладно, пока все равно, у меня денег валом. Возьмем. Карту брать я не хочу. Так, давайте попробуем заложить здесь парочку бомб. Вот здесь одну. Отлично. О, хорошо, хорошо. Я знаю, свеча хорошая, свеча очень хорошая, но с мантией монашки бы подошел бы гораздо лучше какой-либо другой предмет. Свеча для мантии монашки как-то, ну, не очень. Так, неизвестная пилюлька. Скорость в минус. Печально. Тебе придется с сатаной сражаться. Писали выдержку из Википедии, что после победы над маминым сердцем закончится челлендж. Сатана, точно. Антон, скажи, что... скажи автомату, что доллар хочешь. И он тебе его даст. Сейчас посмотрим. Автомат, дай мне, пожалуйста, доллар. Ой, нет, это не доллар. Это немного не доллар был. Ну ладно. Так, у нас еще три бомбы. И... раз... два, три, четыре. Место с суперсекреткой. Попробовать поискать, может, все-таки. Давайте попробуем. О! Отлично. Просто здорово. Ничего интересного нету. Плохо просил, наверное, плохо просил. Антоха намек название челленджа артефакта «Священные вещи» значит «Сатана». Ну, так вроде, ну, выдержку из Вики писали в чат, что в девятом челлендже только «Мамино сердце». Посмотрим. Дойдем и увидим, кто был прав, а кто был неправ. Ой, промазал свечой. Еще кусок мяса, фантастика. Где же оно мясо, когда оно так надо бывает? Так. Так, ребята, хватит, хватит, хватит. Хватит, хватит репостить. Ребята, успокойтесь, вы чё? Хватит выдержки. Победите сердце мамы без возможности продолжить испытание. Без вас, сердце мамы, все, без возможности продолжить испытание. На этом челлендж закончится. Или, а, без, я понял, я просто не так понял, я в дьявольский люк. Все, все, я вкурил, спасибо. Вталдычили мне уже, вталдычили. Стоило перезапостить еще сколько, 3, 4, 5, 6 раз. И я понял, в чем был смысл. Ключик. Ау, 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 ау. Так, заходим в зубастую, и да, полки, все как всегда. Так, это у нас четвертый уровень сейчас, да, идет?
Промазал немного. Чё молчим? Задумался и чат читаю. В чате пока только одни какие-то разбирательства, поэтому я читаю и молчу, просто читаю и молчу. Да, блин. Просто так вот на пульку налетел только что. О, вот это красиво было, реально. Майн я не забросил. Ребята, посмотрите галактические новости на канале на ютубе, я там все рассказываю. Ну сколько можно про майн это спрашивать? Я там все рассказал, популярно объяснил, что и как с майном. Что-то да, свечкой я редко пользуюсь. Надо почаще пользоваться, пока все равно у нас ничего лучшего нету. Так, а вот здесь, наверное, да, у нас будет секретка. Антон, галактические слоники раз в день? Да, раз в день. Рим пока что раз в день. Я вот сегодня заснял 3 часа. Это у нас примерно 5-6 серий получится. И... скажу, это было очень нелегко. На легендарной сложности, на самой высокой, это просто фантастика. С одной стороны, игра очень легкая за счет своих фаланг. Отстаивать города, реально, вот у меня, проспойлерили немного, у меня был момент, когда я защищал город от просто многотысячной армии, просто затащил одной фалангой. Одним отрядом, просто одним отрядом, все. Он встал на воротах, и никто не прошел. Потерял, по-моему, там пару человек буквально с этого отряда. А все враги тупо разбежались. Все, отлично, хорошая книжечка. Мне она больше нравится гораздо. Тем более с мантией монашки она очень хорошо сочетается. Собственно, книга Откровений. На маме стреляя в дверь из свечи будет огромный урон. Урон. Свеча... Не хочу свечу. Не хочу. Хочу книгу Откровений. Я буду бессмертным лучше с книгой Откровений. Чем со свечой умру где-нибудь случайно. Тем более мы же знаем, да, этот прикол, что если мы сейчас найдем комнату по сдаче крови, комнату, не комнату по сдаче крови, а этот автомат по сдаче крови, то это будет очень-очень здорово, и мы наберем себе огромное количество синих сердец. Жалко, что мы здесь на аренку к боссу сходить не можем. Не можем, да, никак. Была бы здесь игровая, было бы здорово. Антон, пусть тебя благословит Айзек, и ты получишь вафлю. Да, вафля была бы хорошо. Тогда бы я точно стал бы бессмертным. А я, кстати, не собирал еще ни разу вафлю, мантию монашки и что-то дающее синие сердца. Ни разу такого не было. Синее сердечко, здорово. О, хорошо. Что у нас тут? Крестик. Не так уж круто, конечно, но пойдет.
Вот как раз только что написали про крест синенький, и вот он. Почему Pinkie Eye не берешь? Мне локон Самсона гораздо больше пользы приносит, чем Pinkie Eye. Pinkie Eye — это сомнительная возможность отравить, а локон увеличивает урон за каждое убитое существо. Не обязательно тратить красные сердца, можно и синие. Точно так же я делал в нашей разминочке. Так что тут я уже в курсе. Я уже в курсе. Что можно синие тратить. Один к одному получается, и автомат лопается. Да-да-да. Ай, блин. Забыл, пропустил. Все как обычно. Обязательно про какого-то этого эксгибициониста надо забыть. Фух, у меня уже рука болит, если честно. За какого персонажа я играю? Мы сейчас играем в челлендж. Айзек был хорошим мальчиком. Это 9-й челлендж. Мы играем за Айзека, и у нас есть полет. И нету сокровищниц. И вроде все. И нам надо убить сатану. Главное не зайти в сундук. Иначе все пропало. Это Митра? Нет, это не Митра. Так, заходим. О, зашли, называется. Вся надежда на игровую комнату. Если мы сейчас найдем игровую комнату, то мы затащим 100%. Если мы сейчас не найдем... О, скидка. Если мы сейчас не найдем игровую комнату, то будет неприятно, скажем так. Окей. Так, залетим сюда, смотрим, что у нас тут. Понятно. Так. К боссу пока что не идем, да? Мама у нас на следующем этаже. Так, а вот здесь надо аккуратно, потому что вот эти шипастые блоки не прощают. Главное, орбиталы, да. Пилюлька. Телепилюля. Потом ее заюзаю. Не хочу пока что. Сначала очищу весь этаж, потом пилюльку заюзаю. Чтобы, если будет комната «Я ошибка», чтобы я не пропустил ничего на этом этаже вкусненького. Здесь, конечно, не так много вкусненького, как хотелось бы. Но. Зато вот сейчас вот очень классно, что я могу спрятаться за камнем и тихонечко отстреливать эти сердечки. Прямо через камни. Ау, все равно получать урон. Антон, даже если ты после сатаны зайдешь в сундук, главное до сатаны в сундук не зайти. Компас. Здорово. Ой, банши. Тут пока еще можно послакать, на самом-то деле. А вот не было бы у меня книги откровений, я бы не мог бы так послакать уже.
Блин, как тут? Ай! А бомбу жалко же положить им. Не хочется, я лучше поищу секретку. Придется вот так вот круги вокруг них наматывать. Фух, так. Окей. Антон, не молчи. Я очень сосредоточенно пытаюсь всех убивать тут. Да и читаю чат, я же говорю, ребят, там какие-то одни разборки, за что меня замутили и прочее. Какие-то разговоры непонятные. Я проще тихонечко поиграю себе. Молча. А то вот видите, уже просто устал и начинаю сливаться. Все-таки это. Хотя нет, смотрите, всего 2 часа как раз. Прошло ровно 2 часа стрима. Да ну елки-палки. Можно мутить ли тех, кто спрашивает, за что его замутили? Ребята, модеры, вы лучше. Пишите, ну старайтесь, я понимаю, что иногда это бывает очень сложно, старайтесь писать, кого и за что вы замутили или забанили, особенно если забанили. Тролл Херобрин, я прочитал это с первого раза, не надо писать, это было второй раз. Это такие загадки, догадки. О, стоп, а что это за глаз? Что это такое? Глаз Каина. Что делает глаз Каина? Дает шанс эффекта компаса. Понятно. Спасибо, едем дальше. А, вниз надо было дальше ехать. Блин. Какая невеселая комната. Ух, так, что пилюлька дает, это, по-моему, жизни восстанавливать нам, да? Да, блин. С одной стороны, хочется и взять Имперера, чтобы сразу к боссу, а с другой стороны, наверное, все-таки я лучше жизни возьму с собой. Бери глаз Каина, зачем? У меня и так компас. Ласкайно возьми, это удача. А локон Самсона — это урон. Что нужнее? Правильно, урон. К
который мне пригодится на маме, который мне пригодится на мамином сердце и пригодится мне урон на сатане тоже. На прошлом стриме я открыл. Я помню, что я его открыл только недавно, просто он мне первый раз попался еще. Я не успел посмотреть даже, что это такое. Если вот старые вещи, которые я открыл раньше, до стримов, я примерно там помню, да, что дает, какая вещь, ну так, приблизительно, и то не все, конечно же, то вот новые, которые я сейчас открываю, которые попадаются мне впервые, конечно же, я не знаю, что это за вещи. Давайте попробуем поискать секретку. Отлично. Просто чудесно. Лучше бы здесь... Не знаю, что-то другое было бы. Деньги хотя бы. Телепилюля. О, хорошо, да, спасибо за напоминание. Сейчас вернемся, зателепилюлимся. Так. Я играю... Блин, пилюлю потеряю, может быть. Ну-ка. Нет, не потеряю. Ну вот, потерял сердечко. Половинку, но не страшно. Играю Айзеком, это челлендж, Айзек был, 9-й челлендж, короче. Айзек был хорошим мальчиком сегодня. К боссу идем. Антошка, спроси что-то по Айзеку, и мут начнется. Нет, мут начнется, если все начнут постить ссылки с Вики. Ай-яй-яй. Просто там реально просто стена текста была, люди начали все подряд писать, писать, писать. И это как-то, ну, было не очень, не очень. Так, что-то меня убивают уже. Надо на следующем этаже по-любому, чтобы была... игровая комната, потому что если не будет, это будет очень печально. Да ты надоехал. Все, постой, постой, да я по тебе постреляю немного, хотя бы, блин. Ну куда ты в стенку уходишь? Ну елки-палки. Босс богоюзер, не то слово. О, наконец-то. Теперь хоть чуть попроще будет. На второй фазе у него здесь. Хотя он меня все равно догоняет, гадина. О, боже мой. Да, это, конечно, было жестко. Урона много набрала, толку мало. Урона не так уже много на самом деле. Всего ничего. Так, все. Больше. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хотя, подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте суперсекретку искать. Между магазином и боссом. Между магазином и боссом могла бы быть секретка, а не суперсекретка. Мы же ищем, не забывайте, мы ищем суперсекретку, а не секретку. Где больше смежных? Ребята, ребята, вы... Мы ищем суперсекретку. Секретку мы нашли уже.
Я уже телепилюльнулся давно. Все, от этого этажа мы получили все, что могли. Как я понимаю, да, можно идти дальше. Да, поискал. Нашел пауков только. Печально. Довольно такой бестолковый этаж. О, смотрите, сколько здесь всего. О, да. Но мы сразу первым делом идем, конечно же, в игровую. В игровую комнату, конечно же, конечно. Мою любимую игровую. Тут и библиотека. Но в библиотеке толку у меня немного. Я туда даже заходить, скорее всего, не буду. Хотя, если бы там была Библия, можно было бы еще одну ачивку получить. Но с Библией я далеко не уйду, мне кажется. Ну посмотрим, зайдем, подумаем. Так. Игровые автоматы нас встречают прям вот так вот даже. Сходу. Хорошо. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Ну давайте сразу мы начнем играть, наверное, да? Почему бы нет? Это вот уже весело. Но мы сейчас сольем сердечки. Ладно, сольем тогда вот таким вот способом. Мы не получим ничего полезного, конечно, но мы получим много денег. Может быть, за деньги мы получим что-то полезное. Вот так вот как-то делаем. А теперь мы пойдем по направлению. Блин, вот это я... Да. Протупил, ребята, все, я уже туплю жестко, я столько синих сердечек, вообще, книжку юзать, да. Все, это уже сказывается. Ну ничего, мы еще заюзаем пилюлю и еще восполним утраченное. Но, блин, это столько я мог сейчас синих сердечек. Да уж. Что вы хотите? Третий сейчас стрима начался уже. Для меня это немало. Ау! Так. Тихо. Надо еще до комнаты с боссом дойти. Так, книжечку. А, книжка не перезаряжается, пока рядом лежит. Точно. В любом случае. Да, все правильно. Все правильно. Вы меня успокоили, точно. Книжка не перезаряжается, все равно я по-другому ничего бы не смог бы сделать. Все верно. Фух, я аж да, думал, что все плохо. А все не так уже плохо. Ох, начинается. Маски шоу. Антоха, все перезаряжается? Нет, не перезаряжается. Пока книга лежит, она на мне не перезаряжается. Пока книга лежит на полу. Воу-воу-воу, вот это плохая комната. Плохая зеленая голова, которая стреляет плохими зелеными бомбами. Блин. Сундука, прикольно. Так, сердечки мне не надо. Я вообще пошел, видимо, не туда, да? Мне надо наверх. Идемте наверх, пока я. Прикиньте, если босс маска. Да, в принципе, не страшно. Во-во-во-во-во-во. Так, тихо, ребята, тихо. Вот жалко, что здесь нельзя будет постоять где-то, спрятаться от них. Они все разбомбят, забросают бомбами. На аренку, да, идем на аренку, потому что сейчас я начну сердечки где-то брать, случайно подбирать. Которые сейчас мне подбирать не надо.
Так, сила, потом ее возьмем когда-нибудь, может быть, если не забудем. Плюс 5000 к продолжительности стрима, да. Ой-ой-ой, вот это... Разбомбили полностью. Еще и пауков нас... А-а-а, куда я вышел? Блин! Я только что подобрал. Сердечко берем. О! Это хорошо, это хорошо. Это очень классная вещь. Я вообще сейчас думаю, что надо было стрим разделить на две части, наверное. Или, может быть, можно как-то на Твиче обрезать, чтобы двумя отдельными видео на YouTube выложить. А то слишком долго будет, наверное. Как раз по забегу на видео, наверное, да. Так было бы лучше. Обрезать можно. Я знаю, вроде бы, что можно, но я просто никогда не пробовал еще. Обрезать именно на Твиче. Ай. Все, все, ничего не дают. Хорошо, так, теперь. Во-первых, давайте мы зайдем сюда. Возьмем сумку, конечно же. Возьмем за две монетки, возьмем сердечко, почему бы нет. И пойдем так. Стоп, показалось, показалось. Так, хорошо. Так, давайте я сначала пойду поиграюсь в... Блин, как бы забрать... Нет, я эти монетки забирать не стану даже. Две монетки. Поиграюсь для начала в игровой. Ключ-то возьми теперь. А, по-моему, что-то было другое, кроме ключа, что-то более полезное. Нет, мне кажется. Сейчас у нас там стоит автомат... Чего я его хочу все время автоматом желаний назвать? Вот этот вот... Автомат предсказаний. Так, пилюлька и поехали. На автомате предсказаний сейчас мы найдем что-нибудь более интересное. Библиотеку потом, библиотеку, это неинтересно. Там ничего полезного не будет, по большому счету. Силу возьмем. Так, все. Давайте еще разик. О, целых 5 монеток сразу. Все, поехали. Играть клещ у нас выпал, да? Клещ, по идее, нам не должен будет попасться. D20, да, вот я пока собирать не буду. Хотя D20 я нигде не возьму здесь уже. Из этого автомата только шар предсказаний выпадает, и все. Было бы прикольно D20 получить, конечно. Заменить здесь все к чертям. На красные, белые, синие сердца. Было бы здорово. Так, это у нас ключей. О, теперь у меня ключей точно хватит на сундук, которого у нас нету. Точнее, не будет.
Два полароида. Два полароида не берется. Так. Ну, пусть будет увеличенное выпадение карт. Пусть будет. Антоха, почему ты такой интересный? Мне надо уроки делать, а я тебя смотрю. Не смотри, делаю уроки. Толку больше будет, честное слово. Мухи. Так. Джокер. Джокер — это хорошо. Так. Так. Пока что я возьму вот так вот, например. О! Белое сердце. Чудесно. Просто чудесно. Как бы его теперь не забрать случайно. Так, Джокер это... Ой, Имперор и Джокер. Так. забрал. Так. Как мы тогда разыграем? Джокера... Снаружи автомат сейчас припойдем, доберемся до него. Так. В любом случае, сейчас у нас на этом этаже, по-моему, уже мама, да, если я не ошибаюсь. Если я заюзаю Джокера... А, стоп, или... Нет, все нормально. Я, по идее, да, все хорошо. Сейчас мы заюзаем Джокера. Не сливай больше сердца. А больше и некуда сливать сердца. Мама же не выйдешь за белым. Просто есть еще вон шипаста. Я хочу еще сходить в шипастую, допустим. А потом забрать белое сердце. Поэтому сейчас не буду его брать. Или шипастая не забирает сердце. Но я рисковать не хочу, честно. По-моему, да, по-моему, уже мама сейчас. Локон возьму обязательно. Вообще не знаю, зачем я держу сейчас вот так вот. Вот так вот мне гораздо больше нравится. Карты мне сейчас уже не нужны. Вот хочу мух выиграть. О, спасибо. Хотел, выиграл. Это мне нравится. На глубинах 2. Мама в некрополисе 2. Белая возьмет шипастую. Хорошо, давайте сейчас быстренько в шипастую. Быстренько не получится. Ну давайте сейчас быстренько в шипастую. Смотрим, что у нас тут. Два синих сердца, спасибо. Нам это очень пригодится. Некрополис 2 обозначается просто как некрополис. Вот что люди пишут. Давайте мы пойдем почистим. Дочистим уже этаж этот наконец-то. А тут что-то я как-то... Во-во-во-во-во-во. Хорошо. Теперь точно ключей хватит. Блин, еще один игровой автомат. Опять какая-то игровая пруха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да куда вы еще стреляете? Мне так нравится, вот убиваешь моба, а эти штуки еще стреляют после его смерти. А мне что-то кажется, что прошлым этажом у меня был Некрополис 1, а сейчас просто Некрополис и, собственно, мама. Нет? Я уже не помню, честно.
Так, все. Тут мы закончили. А что у нас? Еще куча секретных, суперсекретных. Давайте искать. Все искать будем. 15 бомб. Блин, столько всего надо еще сделать на этом этаже-то. О, сейчас покажу вещи, сейчас покажу, ребята. Тут еще не оказалось интересно. Вот что у меня есть. Прошлым этажом был Некрополис 1, значит, здесь мамочка. Вот мне тоже так кажется. Точно утверждать не буду. Но... Белое сердце, сейчас возьмем белое сердце. Мы еще же никуда не уходим, там еще играть и играть. И карту еще забрать. Так, Джокера, если я сейчас заюзаю. Я просто отправляюсь в комнату к дьяволу, а потом выхожу в начале этажа. Правильно? Да. Вот. Значит, сейчас мы юзаем Джокера. Я хочу все-таки муху выиграть обоих. Сначала Джокер по-любому, потому что потом я не выйду. И в библиотеку. Сейчас зайдем. Сейчас везде зайдем. Дьявол ждет тебя. Не то слово. Осталось 77 монет проиграть и пойдем. Джокера заюзать после мамы. Юзай Джокера во время мамы. Вот, вообще идеально. Всего лишь 77 монет. Это на полчаса минимум. Блин, это да. А если доллар выпадет, то это вообще просто будет. У нас еще как раз один второй автомат есть. Так что будем надеяться, что выпадет доллар. И мы пойдем на втором автомате еще сыграем. Не юзай Джокера, проход к сделке с дьяволом не откроется. Это как? Джокер нас как раз и ведет к сделке с дьяволом. Так, вот здесь вот бомбочку заложим. О, отлично. Везет мне на самом деле. О, деньги, еще деньги. Так здорово. Ой-ой-ой. Больно было. Так, теперь магазин и мини-босс. А, и потом собирать всякое барахло и... Некрономикон. Так. Может взять вот эту книжку все-таки. Та лучше. Комната дьявола после мамы равно телепорт в первую комнату. Соответственно, оповещение... Что? По-моему, если я и так заюзаю комнату дьявола, если комната дьявола здесь будет, то она будет. А если не будет, то ее не будет. За кого Антон играет? За Айзека. Это челлендж 9. Я вернулся. Можете дать мне мут, но скажите, что я пропустил. Пожалуйста, вот тебе мут. А что ты пропустил, мы тебе не скажем. Честно, посмотришь потом на записи.
Так, собираем сердечки, собираем деньги. Возьму я все-таки, наверное, эту книжку. Что-то, не знаю. Та тоже хорошая на самом деле книжка, мне она тоже очень нравится. Ну, блин, даже не знаю. О, бомбы, отлично. Так, что у нас здесь? Сила. Хорошо, сила. А, у нас еще один игровой автомат. Давайте для начала пойдем. Развлечемся немножко. Надо больше мух. Наш последний игровой автомат. Будем надеяться, что сейчас мне повезет на мух. Так, неизвестная пилюля. Скорострельность, отлично. Жалко, непруха такая, непруха. Теперь можно забрать белое сердечко, я думаю. Хотя... В комнате дьявола его сожрут. Не забирать? Нет, не забирать. Бери, плохо не будет. Я потом просто от мамы выйти не смогу. Вот в чем проблема-то. Дьявол при сделке его съест. Короче, давайте поехали к дьяволу. О, тут даже не дьявол оказался. А бесполезное благословение. Используй силу просто так. Она дает на одну комнату. Всего лишь на одну комнату. Так, и теперь можно забрать Имперера. Вот, такой вариант мне нравится. Силу... Ну, будем без силы. Я лучше Имперера заберу на следующий этаж с собой. Ну и потом там лучше у дьявола его заюзаю где-нибудь. Будет больше толку, мне кажется, если я его смогу донести до дьявола. Зачем? Что зачем? Петь я не собираюсь, мук тебе за это. Так, ключик мне не нужен. Все. Мама. Да здравствует мама. Жалко, конечно, что мух нет. С мухами было бы поприятнее. Сколько мобов уже наспаунилось. Хотя вот они, собственно, и почистились. Окей.
Фух, справились. Справились. Берем кусок мяса, отлично, синее сердечко и полароид вместо, да, вместо вот этого шарика. Все, поехали. Антон, бери полароид. Хотя зачем я взял полароид, я честно не знаю. Если мне он не надо. Я без понятия. Без понятия, зачем я взял полароид. Просто по привычке, наверное, это уже. Хотя, смотрите, у меня половинка сердечка сейчас. Красного половинка. И это значит, что полароид сработает. Последний момент. Он спасет мне жизнь. Если я буду на грани смерти. Что вполне возможно. Так, ну тут мы тоже сразу идем к боссу. Ой, блин. Как-то не видно было, куда летит эта бомба. Но явно налетела в мою сторону, а я даже не подумал об этом. О! Автомат по сдаче... А, здесь он целое сердце отнимает, гадина. Да, кровь сдавать здесь невыгодно. Расценки не те. Взрываем его к чертям. Хотя, с другой стороны, зачем мне красные жизни? А еще с другой стороны, я не вижу, сколько у меня синих. Кто хочет, чтобы Слава стримил завтра, нажмите следовать по стримам Антона. Короче, я взрываю. Лучше сердечек он красных наберу. Поехали. Я просто не знаю, сколько у меня. Сколько у меня синих сердец, если бы я хотя бы знал примерно. Что их там много, но я в этом не уверен. Поэтому красные сливать не хочется. Так хоть на красных затащу, может быть. Может быть. Так, окей. О, еще, блин, 3 синих сердца только что получил. Отличный босс, конечно же. Давайте вот эти штуки поубиваем, мне урон это увеличит, по идее. Его косы улетели куда-то. Ох, как они быстро уже летают. Блин, так, тихо. Посередине, внизу. О, начинается. А, она... Хорошо, я согласен. Посередине... Внизу, блин, зацепило таких гадин. Да что такое, второй раз зацепило? Где-то я сбился со счета. О, отлично. Фух, все. А вот сейчас я даже не знаю, брать мясной кубик или не брать. Ей, Митра. Митра. Потому что если сейчас возьму кубик, я лишусь защиты. Хоть какое-никакое, но все-таки это защита. Да. Бери. Большинство говорит, бери. Зато у меня будет мидбой, который очень глючно работает. Иногда он работает, а иногда не работает. Ну ладно, все равно толку от одного орбитала немного. Так, я не туда пошел. Теперь пойдем потихонечку, наверное, да? Зайдем в библиотеку, я думаю. Блин. Мидбой, в атаку давай. Иди, тащи всех. Так, хорошо. А карту я использую уже на следующем этаже. На этом, я думаю, я справлюсь. Так. Адский лазер. О! Мидбой в работе. Давай, тащи, затащи. Смерть. Нет, смерть мне не нужна. Блин.
хвост, он мне уже не нужен. Что-то мидбойщик растерялся немного, не знает, куда бежать, кого убивать. Потерялся, бедняга. О. Молодец, молодец. Хороший мальчик. Что делает хвост? Увеличивает что-то там появление сундуков, по-моему. Или ключей, или сундуков. Ну, короче, ерунда какая. Ой, смотрите, как он смешно бегает за ним. Мне уже ни то не надо. Мы уже нацелены на босса идти прямиком, поэтому нам ничего не поможет. Если три мухи есть, то, конечно же, лучше ходячий медбой. Так, здесь у нас ничего нету, книжки я юзать тоже не буду. Поехали. У нас мамино сердце, то бишь оно живое. Давайте мы бомбами поработаем немного на этот раз. Ну и, естественно, мидбоем. Так, бомбы. Отлично. Оу, блин. Как-то я пропустил, что он на меня летит. Одного червяка бомбой сразу убили. Нормально. Так, второй раз червяки. Это значит, что я слишком медленно убиваю, да, эту гадость? Или это нормально? Что второй раз червяки? Бабах. Отлично. Что-то я бомбу не туда бросил, куда хотел. И хотя нет, сейчас попал. Окей, в принципе, без проблем особых затащили. Второй раз боссы прошли. Сейчас бы гвоздик. Да, в принципе, и гвоздик это. Так, все, поехали дальше, да? Дальше. Дальше у нас только один путь к дьяволу. Больше у нас нет никаких путей, даже несмотря на то, что у нас полароид есть. Мы только можем спуститься. Полароид убери. Полароид неубираемый. И тем более здесь нету. Просто-напросто нету этого собора. Ну и все, теперь мы карту юзаем. Поехали убивать сатану. Я куда-то бомбы все не туда бросаю, куда надо. Отлично, попал. Хоть один раз бомбой попал. Сейчас не попал, конечно же. Блин, еще урон получил. О, хорошо. Хорошо, что бомб много, можно их просто выбрасывать в огромном... А, мидбой, куда ты бомбу бросил? Так. Все. Хватит бомб. А то сейчас я не затащу. А, да что ж такое. Так, давай, поехали.
Мидбой, иди убивай его. А я побегу от выстрела просто. Да блин, что ж. Быстро он так кастует свои эти выстрелы. Ма! Да нахер? Так, на тебе еще одну бомбу. Эх, промазал. Блин, да что я так поздно этих червяков убиваю, глазастых, что они прям на мне взрываются. Так, опять же, юзаем книжку, не забываем, а я забыл так стоять на месте, здесь вообще нельзя. Ну все, почти справились. Все, отлично. Челлендж комплит это. Фух. О, все, поехали. Челлендж уже засчитался. Все, я уже заговариваюсь, ребята. Это самый длинный стрим был у нас по языку. Надо будет попробовать на Твиче разделить на две части, чтобы два забега получилось отдельно. Все. Челлендж completed. Отлично. Отлично. Три часа, да, как раз мы на 10 минут раньше начали. Без 10 минут 3 часа. Фух, статы. Статы, кому интересно. Я там как раз сделал уже видео со всеми концовками. Завтра, наверное, его открою днем. Да, как-то так. А сегодня будут две записи стрима или одна, я не знаю, посмотрим. Получится поделить, так тогда будет одна, не получится. Ну, наоборот, получится будет две, не получится будет одна. Фух, все. Спасибо, ребята, всем, что пришли. Это был действительно крутой стрим, реально крутой, просто вообще обалденный, мы просто перевыполнили план, это как целых два стрима было, вообще. Все, ребят, да, огромное всем спасибо, всем пока, подтягивайтесь в пятницу в то же время в 18:00, примерно, ну не примерно, 18:00 по Москве, так что... Надеюсь, вас увидеть всех в пятницу здесь. Кто не подписан на канал на YouTube, подписывайтесь. Кто не подписан на Twitch, нажимайте кнопочку «Следовать». Тогда вам будут приходить уведомления о стриме на почту. И всем пока, ребят. До следующего стрима.